День славянской культуры в Чебоксарах отметили концертом заслуженной артистки России Вики Цыгановой. Программа «Это родина моя» была собрана как из популярных хитов, так и новых произведений. Многие композиции были посвящены Великой Победе. В творческой биографии Вики Цыгановой и работу в музыкальном театре, и увлечение шансоном, и исполнение русских народных песен. Сегодня же она одна из известных исполнительниц патриотической лирики. Причем популярность у зрителей певица завоевала без поддержки радио и телевидения, исключительно благодаря гастролям. Неоднократно выступала перед солдатами внутренних войск, матерями погибших воинов, детьми-сиротами. Выезжала с концертами в действующие части в Афганистане, Чечне и всегда находила верные слова и ноты. Чебоксары зрители с удовольствием подпевали знакомым песням. Общее впечатление выразил глава республики, который преподнес певице цветы от всех чебоксарцев, отметив, что воспитание подрастающего поколения – общее дело. Наша задача – формировать сильную личность. Наша задача – чтобы выросли достойные, настоящие, энергичные граждане Российской Федерации, которые будут любить свою землю, любить будут своих родителей, уважительно относиться к старшему поколению. Одним словом, чтобы они были патриотами своей страны. Уроженка Хабаровска Вика Цыганова объехала всю Россию до самого Калининграда, заглянула практически в каждый уголок. Чувашия, по ее словам, производит очень приятное впечатление. Вы очень приветливый, добрый и культурный народ. Вот это точно могу сказать, однозначно. Все улыбаются, здороваются. Молодцы, так держать. Автор песен, продюсер и конферансье певицы Вадим Цыганов поддержал жену, отметив, что Чувашия является одной из уникальных благополучных республик, в которой правительство взяло верный курс. И будет еще лучше, в это хочется верить, потому что правильно, все пока получается. И батюшка Ильи, знаете, старец что говорит, еще 2 года, и Россия воспрянет и поднимется, потому что мы уже занялись собой, своей верой, культурой, своим духом. А когда дух поднимается, все у нас получится. На память у Чувашии певица увезла бусы ручной работы, купленные на Чебоксарском Арбате. По ее словам, они будут помогать ей петь. Елена Гальперина, Регина Кубайкина, Александр Петров, Республика.